общем, я уже подъезжаю к месту своего назначения. У меня тут небольшая проблема возникла. Вчера купил сим-карту, вот, а она почему-то еще не активировалась. Поэтому, как говорится, иду по приборам. Вот, съехал уже с основной дороги. Вот на такую проселочную дорогу. Вот, то есть такая прям... Другая Турция, не такая Турция, которую все, вы, наверное, привыкли видеть. Что мне это напоминает? Ну, напоминает, наверное, то же, что и уже вот Грецию, может быть, такую. Грецию, такую, знаете, прям деревенскую. Грузию тоже сильно напоминает, потому что по Грузии я, в принципе, неплохо попутешествовал. Из Тбилиси проехал на машине вместе, вот, ну, по Грузии проехал. Вот, земля поделена на такие маленькие-маленькие кусочки. Вот, ну, почва, если можете увидеть здесь, не могу камеру переключать в режиме съемки. Вот, то есть очень много камней, но, тем не менее, люди обрабатывают. И вот, также есть вот заборы из колючей проволоки. То есть, да, они так огородили свой сад, видимо, от животных. Вот, также вот, ну, то тут, то там есть такие карьеры, где мне нужно параллельно еще смотреть на карту, чтобы я тут с вами не заговорился и не уехал куда-нибудь в другое место. Вот, в целом, ну, в целом очень круто, очень интересно. Вот тут строят какую-то дамбу, то есть будут накапливать воду и вот эту вот долину. Вот, если обратили внимание, такая достаточно горная местность. Вот, и вот это вот основание дамбы выложили, судя по всему. Вот. А, ну и, собственно говоря, продолжаем ехать. Вот, в эфир выйти у меня не получилось. Потому что, как я уже сказал, мою карту не активировали, поэтому будем смотреть. Вот кругом указатели, предупреждающие, что возможны камнепады. Вот, и что характерно, еще практически на всех сопках видно, как люди сажают культурный лес. Вот, в основном это как бы хвойные такие растения. Вот, можете обратить внимание, вот это, по-моему, у нас лиственница, если я не ошибаюсь. Вот также вся территория огорожена, вот это колючая проволока. Вот, ну, очень красиво, очень живописно, мне, в принципе, очень нравится. Посмотрим, чем это все закончится. Ну вот, кто ищет, тот всегда находит. Я, в принципе, наверное, на правильном пути. Это, конечно, не анусы, это местный вход. С явным таким выраженным элементом сименталов и галштинов. Товарищи, я вижу четко такую швидскую немножко кровь. Вот, может, кто-то скажет, что это оброки, но вряд ли. Вот белоголовость вот того объясняется, наверное, наличием сементала. Вот, а эти прям швейцы швейцами. На нашу ауле атинскую. А вот тут перед нами предстала турецкая белоголовая. Привет. Все-таки нет, все-таки не Гирифорда я в ней вижу, а сементала. Все, мы доехали, все встретились. Вот ребята молодцы такие, стояли, встречали меня прямо на дороге, знали, что могу заблудиться. Вот, решили долго не затягивать процесс. Я говорю, мал, нерде, он говорит, 10 километр. Я говорю, ну поехали, что ждать уже. Вот, потому что, ребята, я смотрю, тепло так одеты, а я в шортиках приехал, вот, все-таки с моря, да, вот это, конечно, моя большая ошибка. Ну, в общем, у меня все в порядке, мы встретились, вот, едем, смотрим по сторонам. Ну, вот.
вот мы, собственно говоря, и добрались до вот этой вот небольшой, как оказалось, фермы, такого фермерского хозяйства. Вот мы на вершине горы. Внизу вот такая долина. Вот видно, улики стоят. Вот это все поля такие, чеки, да? Как в горных районах у нас тоже. Вот. Ну а, собственно, где уже ничего выращивать не получается, они как раз выпасают скот. Ну и первый, кто меня встретил здесь, это был вот этот замечательный кангал. Кангал — это вот наш родственник нашего тубета, да? Вот, родственник нашего тубета. Поэтому тоже помогает очень сильно. Ну, очень живописно, честно сказать. Хоть сегодня такой день немножко пасмурный. Вот, все очень здорово, круто. Вот. Ангусы, вот это вот получается, ребята. Трое здесь меня встречают. Один Харун, другой Сулейман, третий Ахмед. Вот у них 40 голов здесь получается. Всего немножко взяли они другой скот тоже, видимо. Поэтому здесь родник у них. С родника берут воду. Вот, ну и что, как бы очень круто. Вот там вдалеке видно ветряки, да. Прямо так рядом. И в целом в Турции они пытаются обживать каждый участочек земли, ставят такие времянки. И везде ставят свой флаг. Это очень трогательно и очень замечательно. Было бы здорово, если бы у нас тоже так было. Вот так вот они, 40 голов, в принципе, здесь стоят. Ну, я думаю, для них земли-то для 40-то голов по-любому хватит. Вот, а как он будет расширяться, ну, это непонятно. Хотя, может, и не надо ему расширяться. 40 голов будет держать, 35-38 телят получать. Вот, тоже как по 1000 долларов продавать. Это, я думаю, для них будет хорошая прибыль. И вот тоже обратите внимание, как бы земля очень любит воду, да. Туда, куда вода попадает, вот видно, что клевер выходит. Еще какая-то трава, видимо, злаковая, которую хорошо ангусы едят. Вот, все-таки вода – это главное. Вот эта вода – это, видимо, скважина. Поэтому вот они сами не ожидали, что здесь вырастет клевер. Но клевер вырос. Вот бычок такой, 2 года ему. Вот. Приехал сюда. Кто-то все-таки кусает, да? This is Masa. Шабан. No. 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 Ну, в принципе, нормально, если он так вырос на местных кормах. Вот, собственно, такой вид на долину. Очень живописно, очень красиво. Сейчас постараемся туда вот наверх подняться, чтобы сверху это все красоту снять. Вот говорит, что у него тут хищники какие-то водятся. Я, честно говоря, не понял, это волки или медведи. Аюме? Бурада. Окей, бат. Антибиотик. Where is passport? Passport? Takılacak daha. Yeni doğdu. 2 ay, 2,5 ay. Я что-то не посмотрел. Девчонка это. Да, девчоночка. Вот, ну, девчоночке надо чуть-чуть минералов. Мама, камень, а? Вон там мама ищет кого-то, потерялся. Выглядывает. Сутэ. Вот оно стия. Сутэ. Сутэ. Мо. Коп. Коп. Ну вот получается, вот это та мама нашей двойни. Вот не могу, конечно, сказать. Не еще яс. Не могу сказать, конечно, что у него большое вымя, но надо понимать, что тут и, в принципе, и кормежки немного. Yeah. Go, eat! Okay.
Вот такая двойня. Вот, ну, девчоночка, точнее, тёлочка, скорее всего, будет фримартином. Вот, для этого времени года, конечно, хотелось бы, чтобы упитанность была больше. Что такое фримартин? Это если в двойне рождается один мальчик, одна девочка, то девочка, она, ну, по сути, гермафродит. Вот, и ее нужно как бы сразу помечать и отправлять на мясо. Потому что, ну, это просто трата времени будет. Ну вот, дождь такой идет, может даже трава вырастет. Как я буду, конечно, спускаться на своей маленькой машинке. Вот черный ангус, белая машинка. Это я еще не представляю. Надеюсь, меня нигде не занесет. Вот только что Харун жаловался на то, что сосут друг друга. Ну, я ему говорю, надо покупать кольца. Он говорит, ну, я кольца вешал, говорит, ну, через 6 месяцев опять падают. Я говорю, ну, они 2-3 доллара стоят. Ничего страшного, в принципе. Можно и потратиться. Потому что он сейчас сосет. Maybe they need minerals. Минерал. Минераль. Окей. Здесь вот получается у них такая стоянка. Своя здесь. Они только летом тусуются. Это у них такое типа джайляо. Огородили заборчиком. Вот есть у них антенна, чтобы телевизор смотреть. Стульчики. Вот навес сделали. Ну, все, как говорится, по-человечески. Вон там получается пасека с уликами. И сейчас покажу дом, в котором они живут. Вот, получается, в дом заходишь. Вот, первое, что... Вот такая небольшая кухня. Вот такая небольшая кухня с водой. Вода с гор, с родника идет. Вот здесь у них джоза, буглюк. Вот, да, панорамный вид такой в окно. Как раз здесь у них вот на ночь скот они собирают. Ну, я говорил, что нет особого смысла, если сделать электропастух. Ну, решил ребятам много не говорить. Больше слушать наоборот. Вот. Интернет в армии? Вар. Интернет даже у них здесь. Мэраба. Казак, кто Аркадаш Лабырсоз Айтыныш. Нарабатывай. Окей. Вот чай получается. Тоже греют. Это вытяжка. Ну, готовить уже когда будут. Вот еще комната. Вот. И тут у нас лежит молоток. Ружье. Вот. Здесь много волков. Я ходил, когда увидел эти гильзы стреляные. Они говорят, ну это вот от волков. Ну и обязательно вот здесь тоже проводку всю сделали хорошо. Вот, видимо, солнечные батареи у них. Ну, как бы, люди с руками. И туалет. Туалет получается, раковина, вот зеркало. И вот тут душ. Ну, я думаю, в таких условиях, конечно, можно жить. Поэтому сейчас посидим, пообщаемся. Чай попьем. Вон тот домик вдалеке. Это вот джайляо моего друга, теперь уже хорошего, Харона. Хотели подняться на вот эту гору, но на гору подняться не получилось, потому что скользко, начался дождь. Вот, мы тоже говорят, вот ты приехал, говорит, дождь начался. Если регулярно меня смотрите, я вот в Актюбинск ездил тоже летом, дождь привозил. Сейчас сюда приехал. Дождь привез, тоже все обрадовались, но это действительно такой барагат. Вот, здесь у них получается, вот сам Харон, это его братишка. Вот, здесь у них получается источник воды такой. Вот, а вот там вдалеке такие маленькие пещеры, говорят, в древнее время там вот, ну, люди не жили, но что-то делали, короче говоря. Вот, местность, конечно, очень такая живописная. Вот, и тут вот вдалеке видно ветровики, то есть цивилизация есть везде. В принципе, нельзя сказать, что это богом забытое место, да? Вот. Ну, здесь вода. Тоже, ну, сами видите, да, что очень мало воды, как говорится. Вот. Тут тоже и скот приходит пить, и люди пьют. Вот это мы отведаем местной водички. Вот вода хорошая, пресная. Честно говоря, с непривычки. Непривычно, что такая пресная вода. Вот у нас все-таки воды все такие более насыщенные. Тоже как-то обустроили, вот плитку положили. Вот, в принципе, закончилась моя поездочка. Считаю, очень
как сказать, интересно, насыщенно было, посмотрел, вот, с момента, как сел за руль, 6 часов прошло, вот, сидели, пили чай. Вот эта ласточка, которая меня везде сопровождала. Вот они, ребята такие веселые. Вот, кстати, если какие-то девчонки смотрят мой канал, ну вдруг, вот Харун, он сам владелец этих 40 голов скота у него. Вот, не женат, 33 года, в самом соку. Вот, вредные привычки есть, но только курит. Бухать вроде не бухает, все трезвые. Вот, Харун позвал домой. Тоже такой, ну, простой дом, как у нас на юге тоже. Вот, запаслись запасами топлива на зиму. Мераба. Мераба, хош келдиниз. Буйрун. Мераба. Вот, тоже такое хозяйство у него. Вот от его родителей досталось. Вот, трактор турецкой сборки небольшой. Так называемая малая механизация. Вот. Ну, в принципе, ему хватает под его нужды. Вот там видно, что у него солома спрятана, лежит. Вот, не под дождем. Здесь тоже у него навоз складирует. В общем, по-хозяйски, короче говоря, все. Молодец. Вот прицеп, ПТС-ка. И вот тоже обратите внимание, что все сено, вся солома, она не под открытым небом, даже вот учитывая то, что здесь... Шонышка! Йонджа, Палия. Вот, получается, здесь похоже на люцерну. Вот, а это кукурузные початки. Собрали они. Вот, ну молодцы, то, что все хранят, видимо. Все такое недешевое, да, поэтому нужно... хорошо, ответственно к этому относиться. Вот, ну, хозяйство такое. Очень сильно похоже на наш юг, как у нас на юге. Вот так, в принципе, и здесь, да? Ну, вот я немножко не успел приехать сюда. Харун уже затеял стройку. Пришлось его расстроить, сказать, что в его погодных условиях эта стройка не понадобится. Три месяца стоять настояли. Зачем нужен такой? Под деньги потраченные. Ну, будет хранить здесь сено, например. Действительно, как говорится, 100 раз отмерь, 1 раз отрежь. Те деньги, которые вы потратили на стройку, вы уже, как говорится, назад не вернете. Вот во дворе у него груша растет очень вкусная. Попробовали только что. Грецкий орех, вот много тополя здесь. Вот показал ему конструкцию наших кормушек. Поэтому, ну, молодец, я думаю, у него все получится. Парень умный, ютубом владеет в совершенстве. Поэтому все у него будет хорошо. Осталось только ему жену найти, работящую. Вот такой незамысловатое жилище простых турецких животноводов. Вот, они по-уйгурски не придумали сделать, чтобы снизу был подогрев. Вот здесь на столе оливки, варенье, сыр, мед, соль и яичница. Вот, были на отгоне, теперь вот екмек. Чё екмей? Вот домашний хлеб. Мама, бабушка. Мама? Мама? Yes. Вот печка такая незамысловатая. В общем, все по-простому. Все, как говорится, по-домашнему. Вот это уже покупной хлеб.